Okay, so for those of you that don't know me, I'm Carl Hovelson. Been marketing 35 years. I am the team leader in Total Takeover. What I want to share with you guys today is a little bit of the comp plan so everybody understands how it works. And so you have a really good understanding. I did a slideshow of it yesterday, which really had people understanding. And then I'll give you some updates that I know about the company as far as products and how we'll be paid and that sort of thing. All right, thank you, Владимир Толстой. Добрый вечер всем друзьям, всем, кто нашел время присоединиться к нам. С нами наш прямой спонсор, большой сетевик из Канады, который занимается монобизнесом больше 30 лет. Он успешно строит структуры в любом бизнесе, он очень много знает, кое-что я тоже узнаю у него. Но не суть. Сегодня он вам расскажет все о новой компании, почему он сюда пришел, какой здесь интерес, деньги и так далее. All right, let's go. We can start. Okay. I guess the first thing I'm going to do, I'll talk about the product right now. We don't really know a whole lot about it. And the reason for that is because we are still in free launch. They're not releasing any particulars on the product other than it is a list-building lead generation system for catapulting leaderboards. Okay? Let me say this. Yeah. До старта мы не будем иметь полной информации о продукте. Мы знаем только в общем, что это. Это будет система, которая привлекает партнеров в ваш бизнес для вас. Она разработана и задумана большими маркетологами, которые строят бизнес везде. Они приводят везде очень большие команды. Такая же система будет здесь, на этом сайте. Также здесь будет обучение вот этих самых людей в прямом эфире, как и что делать. Они будут открывать экран и показывать, как они вообще начинают с нуля и до результата. Давай. Okay. There are additional products. There's about 4 or 5 different products that are going to be in there. The marketing system, leaderboard system. There's going to be training that are in there for marketing, social media, safe lists, solo ads, that sort of stuff. There's going to be also the magazine, okay, that's going to be in there as another product. All the magazines that are coming in are new. They're not going to have any of the old ones that are in there. And the old ones that are there, they're going to be available for free for you to hand out as a, I guess, a an incentive. Okay? So those are the products that are coming in. There are a few other products that are coming in over the course of the next few months as well. But again, they're not releasing anything until people pay because otherwise the product gets out before the company launches. All right, let's go. Значит, будут примерно 4 разных продукта в компании. Еще обо всех мы не знаем. И пока информации нет до того дня, пока этот будет старт. Я здесь вот что хочу. Я немного отойду в сторону, поговорю с вами серьезно. Вот мне там кричат, вау, наши компании, там DCA, AAA, там медали, ордена, можно обвешаться, обклеить стены ихними грамотами и так далее. Они входят там какие-то ассоциации, которые знают весь мир, там чуть ли не Рокфеллеры сидят. И я вас спрашиваю, каждого из вас, вам-то какой толк от всех этих DCA и EA? Куча хороших компаний, куда кто-то куда-то входит. Дальше-то что? В этих компаниях деньги делают 10 человек, приводя 200 тысяч. Понимаешь, ты можешь построить 200 тысяч, тогда гордись там, чего и кто там достиг. Для нас, простых людей, которые не так много могут построить сети, команды, бизнеса и так далее. Для нас абсолютно все равно, какие там медали и ордена. Поэтому займитесь лучше, вот, главная часть это деньги, конечно. Быстро, легко и достаточно много. Давайте вспомним. Helix 3, код $1500, вам $100 за то, что вы человека заведете на полторы. Какой-то там Wings был, код $1000, тебе 100. FFI, код 800, тебе 80. Понимаешь, здесь 90, и ты получаешь 46, 3000 рублей, если вернулись. Это очень неплохо, ты 50% получаешь сразу. Давайте, Серега, там, где деньги, там и должны быть мы.
Чтобы в этих компаниях получить $45, это делите на 2, значит, $700 надо было вход сделать, 400 и так далее. То есть это очень нормальный, неплохой процент. Okay, I go ahead. Let's go next. Okay, what I want to do now is get into the compensation plan. So I'm just going to share my screen, okay? Sure, thank you. Let me know if you can see my screen. Can everybody see it? Yeah, I'm not seeing it yet. Try again. I see it somewhere. We see it. Uh-huh. Everybody see it? Oh, yeah, right now. Okay. Look. So I'm going to go over this slowly. We'll go in spurts so you can translate, okay? And you'll get these slides from me, Vadim, okay? All right. So here's how it works for every single person, 1, 3, 5, all the way to infinity, okay? So what happens here is everybody, every number 2 and number 4 that is sponsored into the system by every person underneath your the one that's passed up to you, okay, you're going to receive $25. So on number 1, his number 2 and number 4 get passed up to you. And those number 2, when they bring in their number 2 and number 4, they're passed up to you. That goes to infinity all the way down. Okay, that's where the multiple $25 happen. And this happens on everybody, number 1, number 3, and number 5 to infinity, all the way across, all the way down. Okay? All right. You so, will make... Okay, go ahead. Each personal gives you 2 people from you, right? Yeah, each one of your personals, like your number 1, your number 3, your number 5, and all the way on, they give you their number 2 and number 4. And those people give you their number 2 and number 4, all the way to infinity. Значит, давайте разберемся. Каждый ваш лично приглашенный, он отдает вам 2 человека, которые привязаны к вам, и все эти 2 человека предоставят своего 2-го, 4-го, и их люди 2-го, 4-го, и тех людей 2-го, 4-го, их может быть 100, 500, 1000, неважно, они все шлют вам по $25. Можете прикинуть масштаб, да, примерно? То есть вы сделали базу, поставили 4, в принципе жизнь удалась, если хотите по 45 больше зарабатывать, ставьте 5, 6, 10, это все вам по 45. А в это время ваши первые 4 начинают ставить себе 4, чтобы тоже выйти на автопилот, на пассив, ничего не делать, не валяться под дерево, правильно? И эта линия пошла 2, 2, 2, 2, 2 по 2, на каждом уровне она умножается, сначала у вас 4 первый уровень, потом у вас 8, потом вам 16, это все умножается на $25, я имею в виду людей. Не такая большая структура, чтобы получать нормальные деньги. Я уже молчу про этот доллар, к которому все привязались-то. Все увидели какие-то миллиардные переливы и все. Больше их ничего не интересует. А успокойтесь, это чаевые, это так, догонку ко всему. Это не главный маркетинг компании. Ваша цель и задача – это получить как можно больше по 25, чтобы ваша структура развивалась, шла вниз, и вы получали деньги, ничего не делая, так как вы любите. То есть вы уже сделали начало, а дальше все идет за вас. Alright, Вирай. Okay, so here's kind of explains it a little bit better. Okay, a number 2 and number 4, you're gonna pass up. You're gonna pass up $25 to your sponsor, but you will still make $20. Okay, off of your number 2 and number 4. But that does not go to infinity. That's just from these people. So you'll make $20 every month from your number 2 and your number 4. And again, pays to infinity, goes down from 5, 6, 7, all the way down. Works the same as I'm showing in this diagram right here, all the way to infinity. Я вам отдам эти картинки, мне пришлет Карл, и если вам надо, скачайте себе. Там все, в принципе, нарисовано и понятно. Одно дополнение только, что... Вы не отдаете вот этот 2 и 4 все деньги спонсору, не $45. Вы получаете еще по $20 из своего 2-го, 4-го, который платит спонсору $25 наверх. То есть это не полная отдача, что, конечно, тоже вам добавляет $40 в месяц. Совсем неплохо, в принципе. All right, I'm ready. Okay, now I'm going to talk about the power line, okay? Okay. Here's where everybody is not really sure how the power line works. The power line is the people who are coming into the company, date and time stamped, after you joined. That's all that is significant about the power line. Okay?
Now, how the power line works is that each person that's in the power line was sponsored by somebody. Your people who were sponsored in the date and time stamp they came in is where they go in your 2x10 matrix, okay? In like that, okay? So let's say, you know, the third person underneath you was one of your sponsors. He takes your first position there. And then the second person you sponsor may have fallen 6 spots down in the power line. He'll go to your second spot. And then it works from left to right all the way across, okay? All the way down the power line. Okay, let me see. У нас классическая линия, ну, без всяких столов, естественно, с расстанием, но за каждого вы получаете этот доллар, в принципе, никаких условий нет. Но я вам сейчас рассказываю здесь, Карлос, как работает вот эта вся power line, то есть где много людей, 42 тысячи почти, что сейчас. Вы не видите всех, потому что вам показывается то количество людей, которое пришло к вам на момент вашей регистрации. То есть у вас сегодня... показывает 10 тысяч, а у меня, потому что я зашел сюда 5 дней назад, у меня показывает 42 тысячи человек. А у Карла показывает 44 тысячи человек, потому что он зашел на 2 часа раньше, чем я. Значит, система работает 2 и на 10 вниз. И как работает этот так называемый перелив? Это общая сумма людей, которые заходят в компанию. И каждый третий, нам надо только 2, вы помните. Нам надо не 3, не 10, у нас 2 на 10 линий, имеется в виду каждый 2 человека считается закрытый уровень. У нас слева направо, когда заходит третий у кого-то сверху, а ему не надо, у него уже 2 есть, этот третий начинает скатываться вниз и искать пустое место, у кого нету ни одного, ни второго, или есть один, но нет второго. И он занимает это место, становится туда. И вот так вся эта линия, которая заходит, она распределяется. Нам надо же 2040 человек максимум здесь, не больше. Она распределяется на эти пустые места, у кого ничего нет. И становятся вот такие переливы. Okay. Okay. So what I've added here, it's only people in your linear line of sponsorship that fall into your matrix. So it's the people that you sponsor and they sponsor down, plus your sponsor above you and their sponsor in linear line of sponsorship. That's what falls into your overall matrix. So at this point, because we are not in pre-launch where nobody has paid, just because they're showing 0 people in their enroller tree does not mean they don't have anybody falling into their matrix, okay? So the company power line is kind of misleading in this aspect because it doesn't actually show everybody who's going to be in your matrix. Mm-hmm. Okay. То, что у вас сейчас, даже если у некоторых очень мало людей или ничего не видно, это ничего не значит, потому что все расставится с момента оплаты. Вопрос такой, значит, когда человек оплатился, он в деле, все, он попал в систему. Пока он не оплачен, он нигде, он ничего особенного не видит. После оплаты у него все открывается, и переливы, и те, кто пришел, и так далее. Но переливы не могут идти со всей компанией кому-то одному в одну строчку, нет. Они идут только от верхних спонсоров. Допустим, здесь вот у нас первый спонсор – это Вал Смит, хозяин компании. Второй спонсор – это Карл. Третий спонсор – это я, а дальше вся линия. Вот от нас троих идет на самый низ перелив. Затем идет перелив от всех, кто заходит снизу. И становятся все в эту линию 2.46 каждому. Конечно, 2.46, если человек никого не позвал, не пригласил, он, может быть, не получит, но что-то по-любому упадет туда. Вы все это увидите до старта. Вот сейчас я задам этот вопрос, чтобы вам было понятно. Будет ли видно до старта, а что вообще у меня уже может быть, если я оплачусь? Я такой вопрос задам. So, let's go, but we got the questions. Before I pay my $90... I can see how many people I got already paid one and how much money I can make, possibly. Yes. Right? What's going to happen is we're all going to be given 5 days to pay. So we're going to launch on the 26th, and from the 26th to the 30th, you'll actually the matrix will be built, and you will see who is actually paying in your matrix. Start to see the money accumulating, not only in your matrix, but who is also you're making the $45 from, who you're making the $25 from, who you're making the $20 from. You're going to see all that money accumulating in there, and you will have until the 30th of January to pay or be
taken out of the matrix and out of the system. Right. Okay? У нас есть 4 дня до оплаты, это 30 числа, последний день, и вы будете видеть все, сколько у вас, возможно, уже есть денег. То есть, кто оплатился, что вы получили по 25, по 20, по доллару. То есть, вы можете уже просчитывать. И я тут же говорю людям, если вы ничего не сделали, но у вас уже есть $50, то есть, вы заходите в компанию уже наполовину считать, правильно? Вам осталось доплатить 45. До чего, спросите вы? У вас есть целый месяц. До 26 февраля построить компанию. И февраль будет намного проще, потому что будут выплаты у людей в руках. Уже, понимаете, не будет этих вопросов, а что это, лохотрон, не лохотрон, кинут, не кинут. Уже будут люди выводить деньги себе на кошельки. Есть что показать. И февраль вообще должен хлынуть сюда очень мощно, потому что маленький вход, хороший выход. Вознаграждение $46 за человека с 90. Это очень хорошо. Вы все это увидите и будете принимать решение. Надо мне это, или я побежал дальше, или это дорого, кликать по 3 копейки дешевле и так далее. То есть вы все взрослые люди, вы должны взять ответственность на себя и сказать, я беру это и делаю, или нет, я не беру, я ухожу в сторону, буду ждать чего-нибудь попроще. Давай. I'm ready. Okay. Any other questions? We had one about the placement. I think I covered that, right? Mm-hmm. Yeah, the spillover from the power line, I think I covered that as well. Yeah. Маркетинг такой простой, что за полторы минуты можно все рассказать. Тут нечего задумываться. We got the questions. Why we don't see any address of company on the site? It's not on there? I thought it was. Let me just double check. Я спросил вопрос, кто-то задал вопрос, почему нету адреса компании. They are in Las Vegas, Nevada. Они с Лас-Вегас. Let me just verify, and I thought it was on the site. Oh, maybe they just don't have it published yet until they launch. I can get that, though. I can get that information if you need it. Yeah, если вам надо, я please do it, I'm gonna post in the chat. Я достану вам адрес компании, она будет. Yeah, I'll get it for you to post. Okay. Yeah, сайт до конца не доделан, поэтому еще не все. Там хватает работы и без этого. Адрес я брошу вам в Skype, в чате, а он будет день старта на сайте. Также и платежные системы и все остальное. Давай спросим, ребята, как мы заходим в компанию и как мы вытаскиваем оттуда деньги. Какие платежки будут? All right, so what we got to pay in and get out? Okay, what do you mean? There's only one time pay, no upsells. It's $89.95. Mm-hmm. I mean okay. The payment processors. Oh, the payment processors? They haven't released the name of it, but it is it's the same type of processor like iPayout and Payoneer. They're dealing with this company. I think they're bigger than iPayout, and they deal with all international companies or countries. Okay. So they will have a direct deposit feature. I'm not sure what all countries. They will have a debit card. They will have multiple ways to pay into the company, okay, because they know that there's a lot of issues with different companies with different pays to come in. I've mentioned Russia to them. They're well aware of Russia. So there will be payment structure coming in. They just haven't told me the name of the company. It's not Payoneer, it's not iPayout, but it's as big as both of them. Okay. So they're not releasing that until shortly before we launch. Because they're still trying to add more options to pay. До запуска будет все решено. Сейчас идет разговор о Payoneer, всем известном. Я знаю, у меня был друг с Белоруссии, и мы как-то с ним создавали ему кошелек, он мне сказал, что вот только для Белоруссии только пионеры подходят, больше ничего там не проходит. Поэтому я настоял обязательно, чтобы был пионер. И будет еще IPA, вот это английский валет, который в принципе знают все. Он очень удобный, я работаю с ним очень давно. Мы к этому вернемся, я запишу спецвидео, как его настраивать, как выводить и так далее. Или может быть будет что-то похожее, где вы можете заказать себе карту, она будет стоить в районе $15. И снимать ее в любом банкомате мира, все ваши деньги будут на ней. Alright. One more question. Что-то у меня крутится в голове. Кто-то мне задал вопрос, ребятки. А ну, может, вы какие-нибудь там почитайте вопросы, а я сейчас вспомню.
если есть вопросы. Carl, we have some payments. What's that? Yeah. Okay, say something again. I will think about it. I got one question. I forgot about it. Okay. That's happened. Yeah. Oh, yeah. Withdrawal, right. Withdrawal. Every week, every Wednesday. And yeah, what's going to happen is it's the first. It's every Wednesday on pay plan one, and it's the first Wednesday of every month for pay plan two. Окей, значит, вывод каждую среду по 45, 25, 20 и по доллару раз в месяц, первую среду в месяц. Окей. Давайте, задавайте вопросы, какие есть. Антон, ты хотел что-то меня спросить серьезное. Oh, one other thing, Vadim. It's expected that the first payout will be mid-February. Okay? So somewhere around the second week of February will be the first pay run. You mean this 45-25 too, or just for? Yeah. On that, yeah. That'll be the first run. There's a 2 to 3 week delay on the very first pay run on all merchant systems, and that's to make sure that there's no money laundering going on. So that's standard in the industry. So there's a 2 to 3 week wait period. That's why it'll be mid-February for the very first payout. Окей, первая выплата для всех будет середины февраля. Почему? Потому что payment процессоры, вот эти вот IPout и Pioneer и все, когда принимают новую компанию, они должны убедиться, что это чистый, что это не легализация каких-то оружий, наркотиков и так далее. То есть они проверяют это серьезно, они удерживают эти деньги. Дело не в компании, дело в самых выплатах. То есть они не дают ходу, пока они не проверят чистоту денег. Поэтому первый вывод ожидается примерно 15 февраля. Окей. Окей. Какие вопросы? Адам, есть что-нибудь в чате? По чатам уже молчат, новых вопросов я не вижу. Хорошо, вот, даже пишут, что как-то нет ни у кого вопросов. Так, вот вопрос. Люди в матрице как расставляются по дате, времени, регистрации? Ну, мы, по-моему, уже ответили на этот вопрос. Да, единственное, что можно задать вопрос, Карл ответил по поводу приглашений, люди, которые пришли по приглашениям. А есть ли такие люди, которые в нашем Powerline, которые пришли по рекламным вот этим работам от компании, есть ли такие, которые будут перераспределяться? И как этот порядок будет перераспределение идти? Карл, all these people, I mean these 44,000 people, they all came in by some referral link, right? Yes. Do you have some people, I mean bunch of people, lots of people who jump by a referral link of company without sponsor or not? No, the company does not have a referral link. Okay. So they actually have to go and be referred by an affiliate. That's Adam, the only way they can join. Адам, у компании нет реферальной ссылки. Те, кто попадают сюда, они пришли только по спонсору. Yeah, because when they go to the company site, if they go directly to the company site, it says right there that they need an affiliate ID in order to join. Okay. Я хочу вам вот что сказать, когда уже все вопросы решены, весь компенсационный план понятен, компания и так далее. Я хочу сказать следующее. Карл, он не пришел бы в ерунду, и я тоже. Если вы мне знаете, что вы там не говорили, знаете, кто говорят? Говорят в основном бестолочи, которые в этой жизни ничего не делают и ничего нигде не добиваются. Вот они больше всех орут. Мы туда пришли, мы заплатили, мы ничего не дали. Стоп, подожди, а ты что сделал сначала для того, чтобы что-то и где-то получить? Ничего, ноль. Но ты орешь больше всех. Не ори, потому что ты себя выставляешь в плохом свете. Понимаешь, когда ты кричишь, меня затащили, уболтали в лохотрон и кинули, и потом ты орешь на весь мир, что тебя кинули, то здесь все смеются с тебя, потому что это были твои мозги, и ты шел и знал, куда я отдал деньги и так далее. Не надо орать, вы отвечайте за себя сами. Вот есть ты, есть интернет, больше никого нет. И ты должен здесь сам знать, я возьму столько денег или я ничего не возьму. Это тоже твой выбор, да или нет, это только твой выбор. И тут нет ничьей вины, никто никому ничего не должен, никто никому ничего не даст. Пока ты сам не придешь и не возьмешь. Первое – это цель, четкая цель. Берешь бумагу и пишешь себе конкретно,
Я хочу 15 февраля $1000. Все. А потом себе, когда возьмешь эту бумагу, говори сам, что ты для этого сделал. Я не хочу, чтобы собрались опять люди, которые будут сидеть ждать по доллару с открытым ртом и ничего не будут делать, потому что даже новички приводят по 9 личных. По 9 личных. 3 миллиарда людей сидят в интернете, 1,5 миллиарда сидят на Фейсбуке. В одном месте. Больше никого не надо нигде искать. В одном месте. 211 личников у меня с Фейсбука. Ну, YouTube чуть-чуть там. Ну, в общем, оно все завязано. Бизнес-страница на Фейсбуке, видео привязаны к ней на YouTube, Google+. Это вся троица вместе. Тоже можешь считать один удар. Не надо ждать, надо делать. Все, капитально. Вопрос задал в чате у нас Владимир, по-моему. А что произойдет с теми, кто 30 числа не оплатит? Они не будут просто из маркетинга удалены или вообще у них регистрация и все удалится? All right, Carl. What's going to happen with a person which is not going to pay January 30th? What happens is, if they don't pay during that 5 days, after that they're purged out of the system, so they're completely removed, they're deleted. And all the referrals... And everybody moves up. And everybody moves up. I mean, all referrals, yep. All the stuff. Yep. Yep. Everybody who pays, it compresses up, right? Okay. After everybody's purged out who doesn't pay. I don't really expect there's going to be very many people who are not going to pay because they're going to see money showing in their back office. And very few people are not going to pay at that point. Okay. We expect to have an 80 to 90 plus percent of everybody in the system paying on the first month. And once that happens, it's going to trigger some very, very serious posting of money that's being made. We expect to double our size that month. Okay. Я не вижу очень много причин, чтобы люди не платили, когда они увидят в бэк-офисе, что в принципе они могут получить. Конечно же, если вообще никто ничего не сделал, то ему ничего не упало, то понятно. Но в основном люди стараются. Я хочу заявить о том, что наша команда, которая 17 тысяч человек общих насчитывает, 80-85% будут платить. Идет спонсорская работа. То есть мы разговариваем с людьми, которых мы пригласили, спрашиваем, как они себя чувствуют в этом плане, что они делают, как у них получается и так далее. Все чувствуют позитив, и очень мало кто сказал, да нет, я вообще ничего не могу, никого не нашел, платить не буду. В этом плане да. Поэтому, значит, когда человек не оплатится 30 числа, он просто не попадает в систему. Его здесь нет. И все, что он наработал, его личные и все остальное переходит наверх к первому оплаченному спонсору. То есть проходит компрессия. Okay. Я хочу, чтобы вы лично настроились серьезно. Нет смысла сюда приходить, если вы не будете платить. Никакого, абсолютно. Если вы ничего не хотите строить, не надо сюда приходить. Не надо, вы больше всех будете потом кричать, что это опять лохотрон, что вас кинули. Вы всегда это кричите мне в каждой компании. Я почему-то снимаю $1000 и не кричу. А вы кричите, что вас обули и кинули. Но вы не знаете еще одной вещи, что я 15 часов в сутки, я не встаю с этого кресла. Пока вы играете в игры и смотрите кино, и вам заговаривают зубы там, понимаешь? Я четко знаю, сколько и когда мне надо взять. И беру. А вы мне только ноете постоянно, что вас кидают. В лохотронах, когда вас кидают, агенты, всякие чмошники, куда вы несете $1000. Тишина в интернете. Все нормально, так и должно быть. А були на $1000, потом этот человек валяется и кричит: окей, ребята, ну тогда не получилось, если вы хотите забрать свои $1000. Той же самой публике говорит, которая 1000 отдала. Давайте еще по 500, и я вам отобью сейчас точно в этот раз все то, что вы оставили по 1000. Агент, да, говорит? А это же самая братва опять скидывается по 500. Ну есть мозги вообще, а? Я вообще в шоке с этой брать. И на этот раз он исчезает навсегда. Молодец. Вот это народная любовь называется, понимаешь? И никто в интернете его не проклинает, все, да? 5 компаний я привез с Карлом. Все работают, все платят. Вас там уже нет, но вы ноете постоянно. Что вас обули, вам не дали. Вы что, не можете понять, что такое MLM за 6 лет? Залезьте в Википедию, почитайте, что такое MLM. От слова сеть. Деньги только от людей. Их никто не даст с воздуха. Никто никому ничего не должен. Наконец, перестаньте быть рефералами. Будьте лидерами сами. Отвечайте за себя сами. Хорош. Вам сопли вытирать и нянек засобирать. Хватит.
Займитесь сами. Если не хотите платить, вам тут делать нечего. Хотите, вы здесь заработаете кучу денег. Кучу просто. Потому что вход реальный, выход очень неплохой. Окей. Okay. Let's go. Okay, what else you need? Well, that's it. That was last meeting. Everything okay? Okay, good. And I'll get that information. I'll get the company information for you, for you guys, so you guys will have that. And anything else, that as I get it, I'll make sure you get it. I'm sure if it's not me, Val will get it to you. So you'll get that information anyways. We want to make sure you guys are up to date on everything. Хорошо. Значит, вот эти картинки, если надо, заберете. Адрес компании он предоставит. И 25 января придет сам хозяин компании, Волс Смит, с нами сюда, который представится для вас лично, расскажет о своем видении, о том, как это будет. Ну, его уже будем спрашивать капитан по всей программе. И о продуктах, и обо всем. Команда всегда помогает, чем может. Я отдал кучу постеров по скайпу, помог там с некоторыми курсами. Держу для вас два сильных по Фейсбуку и по трафику специально, чтобы вы занялись и передавали своим. То есть никто не относится никому. Относится только вот тем, кто ничего, кроме расшатывания в чате, не занимается ничем. Понимаешь? Больше вот только кричать, вот что я получу по доллару. А если я никого не приведу, вы изначально не на то настроены. И вы собираете вокруг себя вот эту братью такими же мозгами, которые настроены ухватить там 10 баксов, 50 и побежать дальше, там 10, 50 и так далее. Это не выход. Вы должны четко собраться в компании людей, которые идут и берут тысячи. Вы должны быть такими же. Понимаешь? Тех, кто летает с орлами, не водится с индюками, запомните. Понимаешь? Кого вы слушаете? Хороший друг пришел, сказал, давай вот $10 сделаем миллионы. Или человек, который занимается 30 лет бизнесом и в каждой компании имеет $20,000 минимум. Подумайте об этом внимательно, кого вы слушаете. Отсекайте, с друзьями хорошо на свадьбе, на баяне играть и водку пить, это хорошо. Но если он ничего не понимает в MLM-бизнесе, то он свободен. Все, говорит, не лезь в мои дела, потому что он Карл и Таргет знают больше, чем ты, они мне могут больше помочь. Они знают, что такое MLM за 6 лет, а ты еще не понял до сих пор. И тогда вы будете делать деньги. Вам надо окружение свое создать такое же, как и вы. Вы умные люди, вы умнее американцев 100 раз. Хорошо, что он не понимает по-русски. Мы умнее, мы начитаннее, мы из СССР, мы из той старой школы, мозгами. Но почему вас делают идиотами, я не могу понять. Как вы позволяете себе делать из вас идиотов? И заходить в компанию нормальную, и уже говорить, я не буду платить, или я никого не нашел, когда новички находят. Все, закончу разговор. Нытья, чтобы в чатах не было. Негатив на выход. До свидания. Только те, и с теми, кто хочет десятки тысяч долларов зарабатывать. Поехали. Спасибо всем. Карл, thanks a lot. Thank you. No problem. Just so you know, I just text you in Skype the address for the company. Okay? Okay. So you have that. Thank you. Значит, он мне прислал адрес компании, я вам сейчас в чаты раздам. Спасибо всем и прощаемся. Спасибо.